Все равно такое ощущение, что не добираю я ДПСа под него. Ну ладно, тьма на него действует, это уже хорошо. Да не, хватит ДПС. Не зря беспокоился. Неплохо. Аригато на. Он умрет в муках. Ями. Пересайте. Неплохо. Коко де тачидомару ваке нива иканай. Субете ва аружи но таме ни. Минасан но окаге десу ё. Яппари оре тте икасу да на. Арёку. Кодотте ките. Ии канджи. У меня такое ощущение, что ребята немного не те, за кого себя выдают. А, так, стоп! Это была... Тандер. Грозовая птица. Ах.
весело. Чёрт, она умеет. Противный скилл. Скилл, который отжирает СП. Ну, блин. Я так не играю. Ну, Зига сейчас прибьет просто моментально. Блин, пораньше бы она атаковала меня. Еще и оверкиллом его убили. Трындец. Твои! Да идите вы! При всем пипеце у меня еще и очков не хватает, чтобы кастануть. Это вообще такой тлен. Так, ну хорошо. Допустим, у меня у всех есть очки, да? На ульту. То есть, в теории я могу убить птицу. 10 тысяч хп. Да, я могу убить птицу в своих снах. А, сейчас сливать мне СП будет, скотина. Тридцать семь, 42. А по идее я должен первый сходить. Никто меня не должен опередить. Мне сейчас очень высокий шанс отъехать. Она первая сходила! Ну все, это конец. Это минус трое. А
А сейчас его убьют, все, это конец. Все, это конец, можно болеть. То, что он мог только их резать, все. Не допрыгнем до туда. Хотя... Да, если сейчас еще это убьет, это все, это удаляю. Так, ладно. Контрудар! Божественный, просто божественный слив. Я не знаю, как это назвать. Она снова первая ходит. Как она первая ходит? У нее не должно быть столько очков. А, у меня 3-4 очка вход идет. Ну охереть теперь. Позиции, блин, дебильные. Со стандартной позиции я бы легко убил. Паралич! По-моему, яд. Они нет. Ну, все, два трупа. Фу, ладно, не два трупа. Это уже радует.
Сейчас начнется, вот сейчас начнется жесть. Что птица сейчас упадет в рейдж, и мне будет очень-очень больно. Если они впадут в рейдж, я её убью. Сколько человек сейчас она прикончит у меня? Минус СП. Еще я откинул. Мания импульс лейт. Что ж... Это отлетело, блин, в сторону. Вообще с них все равно ничего не выпадет. Проблема в полном отсутствии у меня
импульс, скорее всего, сейчас даст. Интересно. А что и мешало мне до этого дать? Импульс. Странная птичка. Так. ついてきてくれよ。みんな、続いて。命に惜しくば低いより。この木を逃すな。続け。Один из линейки вывалился. Я думаю, мне и так должно хватить ее слить. Надеюсь, что мне хватит. Птица уж очень дорого мне обошлась. Не, по идее хватит. Хей! Фу, жесть. Фу, еще на Б-ранг? Трындец. Ну что ж, я думаю, что уже надо проверить. Похоже, мы кого-то поймали. Выглядит как рыба. Или похож на рыбу. Вот это да. Я даже представить не могла, что такое существует. Если поместить его в водоем, то вскоре вода в этом водоеме станет чистой. Это довольно полезно. Мы точно не можем взять пару. Если так сделаешь, я не прощу тебя.
О, май, точно мне катадаю. Да ладно тебе. Разве ты не должна быть на нашей стороне? Я, скажем так, не на чьей стороне. Я просто хочу держать свое обещание. Дамеда. Яксок штадаро. Хициона бундаке тотте. Нокорива модосунда. Она права. Мы пообещали ей. Мы возьмем только, скажем так, необходимое для нас. После этого мы уйдем. Ну это же, скажем так, так расточительно. Что ж, нам осталось лишь найти метеоритную руду. Да, и предоставь это мне. Первым делом нам необходимо пересечь горы Барас. О, господи. Все, теперь отсюда могу уйти. Чё, нифига там ивентов. Эвент, 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 эвент. Картинка. Миленькая. Блин, слушай, смотри, сколько ивентов. Давайте уже оставим. Сегодня у нас был тяжелый день сражений, завтра будет тяжелый день ивентов. Будет куча текстов, которые надо будет читать, переводить, господи. Как я вообще выжил? Нет, тут это несправедливо, то, что босс ходит первым. Всегда причем. Ладно, давайте, наверное, сегодня закончим. Всем спасибо, кто меня смотрел. Опять же, повторюсь, для тех, кто пропустил мои стримы, все стримы дублируются. Я их всегда выкладываю на YouTube воды. Подписывайтесь на каналчик, подписывайтесь на YouTube. Оставляйте свои комментарии. Что ж, всем спасибо. На сегодня стрим закончен. Ну, в принципе, завтра продолжим, я думаю, где-то... Ну, как проснусь, то есть, наверное, где-то в час начнем дальше проходить Эгрест. Что ж, на этом все. Еще раз всем спасибо и до новых встреч.